Подпишись на канал. Друзья, добро пожаловать на GameStasy. Зовите меня Джекман, и мы продолжаем проходить первый Watch Dogs. Но перед началом обязательно ставьте лайк этому ролику, а если вы еще не подписаны на мой канал, то подпишитесь. Ну что, сейчас мы едем, короче, за Ираком. Вот, дадим ему по заднице, обязательно, надеюсь. Узнаем у него всю нужную нам инфу. Так, давай возьмем мотоцикл. Так, все готово, твоя тачка уже на месте. Спасибо. А наш ботинок-то все ближе и ближе, да? К заднице Дэмиана. Блин, я буду очень сильно разочарован, если мы не дадим хоть разок по заднице Дэмиану. Так, на всякие преступления, наверное, не будем сейчас отвлекаться. Я еще хотел, конечно, там всякие воспоминания посмотреть, так и не посмотрел, блин. Так, подожди, а что-то я такой поехал-то без навигации. Вот так вот. Вот так вот. Не устанавливать навигацию. Нас, если что, на задании будет... прикрывать снайперкой Джорди. Мне вообще нравится миссии с ним. Он угарный, он интересные перлы все время выдает. Вообще мне нравится общение Эйдена и Джорди вообще. Ну, то есть как-то они так интересно общаются. Надеюсь, мы не сделаем что-нибудь такое, из-за чего Битбаг погибнет. Раз мы едем к Ираку, то, скорее всего, там будет и Битбаг. И мы его можем даже подставить случайно. А может, даже он будет вынужден идти против нас. И мы должны будем его прикончить, не знаю. Будем надеяться, что такого ничего не будет. Ой. Любыми средствами, окей. В топку Битбага. Пойду лучше сам. Я уже знаю, что там где. Ирак внутри, он сразу поймет, кто к нему пожаловал. А? Знает, зачем я приду. Я заберу это. Это факт. Так. Тихо. Не хватало еще под машину попасть. А, я сюда проникал как-то вот так, да? Эйден. Эйден. Вот. Оп. Я бросив ремонт. Да, вижу. Ты хоть скажешь, на кой черт тебе эти ребята? Они похрен? Так-то похрен. Мне нужен один комп внутри. Да не, мне правда насрать. Вот реально. Просто так спросил. А мне, говорит, вообще насрать. Так, смотри, стоит здоровяк. Два снайпера. Один чувак, который может... А, вот два чувака, которые могут вызвать подкрепление. И два звезданут. И еще один вон стоит там. Нам надо достичь вот туда. То есть не обязательно здесь всех убирать, убивать, все такое. Можно же просто достичь. Чувак, куда пошел? Не, подожди, ой, ты чего? Давай-ка возьмем глушак. Чуть шум не поднял. А он ушел, все, мы тоже идем. Но пушку мы будем держать наготове на всякий случай. Так, там парнишка идет. Вот его, в принципе, можно убрать. Никто же не видит, да? Снайперы же не заметят тело, да? Ну, ведь тут будка стоит. Хотя, может быть, вот тот снайпер может увидеть. Но что-то он не видит. Хорошо. Теперь надо как-то этого здоровяка обойти.
Так, тут нас вообще не видит. А мы вот так. Быстренько, быстренько, быстренько. Вау, вау, сразу двое меня спалили. Так, здоровяк нас не заметил вообще. Так, замечательно, мы достигли. Клара, сможешь открыть дверь? Я пытаюсь. У Тибона есть идея. Да, у них на таких дверях стоит мой код. Удаленно не так-то просто будет, но твоя умница выдала шикарную мысль. Если отрубить питание, код на полсекунды сбросится на дефолтный. Который ты знаешь? Да, я сам его писал. Давайте к делу. А, надо устроить блокаут. Хорошо. Все? Открыто. Спасибо, скажу потом. Удачи, Эйден. Авторские права сейчас будут опять. Сейчас опять, короче, ваш ролик не будет показываться в некоторых регионах и тому подобное. Или как там, в некоторых странах. Так, нам здесь бы надо бы... А у меня компонентов нет. Лучше проверю. Вот, нихера себе тут толпа. Выходите. Так, один готов. А что может быть реально устроить заварушку? Это мобила пищит. Это у них мобила что ли взрывается? Ох, отлично бросил. Ох, отлично бросил, придурок. Что там за долбанный шум, а? Так, готов один. Вот и все. Красиво. Сработано было просто шикарно. А чё бы нет? Да ты у нас классно рубишь в сетях. Но я тоже. А, он типа через камеру со мной общается. Да воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, парень, ты чё? Все, лежат все. Дайте мне... Так, нам туда. Дайте мне ключ. Ну, в смысле, компоненты нужны мне для того, чтобы сделать эту штуку. Так, подожди, а что это я? Взял в руку. Пока с пистолетом нормально справляемся. Тихо ты! Кто там? Где? О, двое. Хорошо, держи. Держи. Да блин, это гранаты. Ну ладно, гранат тоже весело. Гранатами вообще почему-то не пользуюсь. Давай-ка будем пользоваться гранатами. Так. В кошмарном мире живем. Одно хамство, да? Ужас просто. Просто ужас. А это аудиозапись. На самом деле, наверху мы играем совсем не на том уровне. Хочется, а придется. Кто посчитает за нами улицу? Так, кажется, там взрывяк. Да мы весь город пасем. И инфа, которую находим. Наша валюта, которую легко обналичить. На всех хоть что-то да есть. На Куина, на Клопу. Блин, проскочил. Так, помехи пока не... Да блин! Так, сзади никого, ничего. Вот. Отвечаю тебе за такой, не жить! О, нифига, я тут четверо оказывал. Раз. Блин. На тебе!
Черт возьми, чуть не задело! Да блин, не в того целишься. Вот, вот он. Так, все, готов. А к тебе мы сейчас поближе подойдем. Да как ты, блин, Эйден, ты вообще неправильно бегаешь. Давай, давай, подходи, 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 подходи. Вот так. Красиво. Так. Эй, свинота! Добрые дяди начинают злиться! Что такое мне говоришь, что я? Дурак, что ли? Как-то? Сидит там, короче, думает, что я его не вижу, а он меня не видит. Я его не вижу, типа, а он... Опа! Так, тут по лестнице надо. Так. Опять здоровяк. Слышу здоровяка. Не. Так, не справится. Ну, ой, там, может быть, наверное, можно обойти? Слушай, реально, мы здесь сейчас обойдемся? Сейчас главное здоровяка убрать. Где он там? А, он сюда идет, твою мать. Его надо только со спины. Оп. Ох, как хорошо, что я прокачал его способность. Без нее было бы реально очень трудно. Снова. Если я словлю пулю. Здесь легко заблудиться навсегда. Не боишься, дружок? Мы тебя не тронем. Блин, я был никем и ничем, и не просил ни у кого ничего. Но сейчас... Смотрите новости. Ой-ой-ой. Так, а куда мне надо-то? Мне надо как-то наверх попасть. А, вот лестница, ё-моё. А там меня поджидают. Ни хрена не вижу. Проверю дальше. Здесь пусто, там гляну. О, вся банда здесь. Так, куда пошел? Ни хрена тут нет. Проверю там. Сзади. Ой-о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 й. Да твою мать, а! Вот плохо без этой штуки. Но с другой стороны, а мне их сколько надо сделать-то, чтобы на каждом этаже использовать? По-моему, здесь если врубить на первом этаже, например, то вряд ли будут видны противники на втором, на третьем сразу. Так, туда мы начинаем. А, ну нормально. Слышь, котик, против шортки погладить? А говна не поешь? Так, два возьмем. А, это лекарство. Я думал, компонент нужен нам. Сбежал! Готовы. Еще трое, там еще четвертый есть. Фига. Ничего тут нет. Фига. Пойду там гляну. Хорошо, сработано. Ни хрена тут нет. Двину-ка дальше. Давай, двигай, поближе. Эй, не спи! Блин. Спрятался, успел.
Черт, не тупи! Найдите его! Твою мать! Кто там? Кто там? Главное. Нет, это не здоровяк. Нет, 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 нет. Я уже испугался, думал, здоровяк. Достанет? Нет, не достал. Ладно. Догоним. Ты попал. Че я попал? В смысле? Где-то там его видел. В смысле попал? Почему ты открыл? Почему он открыл? Вот и где. А вот что здесь? Сучка. Вот же он, вот. 5 аудиозаписи. Вот это бедбаг. Говорю же, я его недавно видел. Да вылазь. Опа, красиво. Обратно полетел. Все, мы в серверной. Так, Лара, я на месте. Процесс пошел. Принимай файлы. Ага. Уже вижу. Тибон начнет расшифровывать, когда все скачается. Пачка там здоровенная. Сокровища Ирака. Компроматы. Долго же он данные собирал. Все скачалось. Уходи оттуда. Тибон начал расшифровку. Скоро буду. Отлично. Обратно так же, что ли, будем уходить? Может быть, как-нибудь, не знаю, на балкон какой-нибудь выпрыгнуть и спуститься по водосточной трубе. Чувак, ты глянь! Криспин? Не, этот... Пирс, так? Это все ты, Пирс? На торгах? Ирак! Вся эта херня от тебя? На меня сейчас валится тонна дерьма. Замри-ка. Тебе это так с рук не сойдет. Ты путал мне карты. Лез куда не надо было, да? Все решил похерить? Ирак, все мертвы! Это ты. В Мерло, там был ты. Здесь мое сокровище. Творение. И ты думал его отнять? Ты отнял у меня намного больше. Че ты несешь? Мать твою, да ты кто вообще? Так, кажется, начинается погоня, да? Куда он убежал? Ой-ой, кажется, будет перестрелочка. Давай. С моей семьей шутишь дома? Врываешься ко мне? Хочешь у меня украсть? Ты хоть знаешь, кто я? А? Говноед очередной. Кто ты, вот ты кто. Может, властитель этой помойки? Да нет! Ну, блин, чуть вниз не полетел. И так, ты где вообще? Калаки Куина. Пошел ты! Иди нахер! Где он? С ним будет что-то сделать. Немало я таких повидал! Сплошное самомнение! Но обычно они вот... быстро О, есть! Сдохнут. Никого. Хочешь своей семье? Да немного? Хватит базарить, ты лучше скажи, может, где ты? По кусочкам, а? А куда он ушел? После этого я примусь за них. Нет, жена, спасибо. Дети есть? Братья, сестры? Кровь за кровь, ты понял? Сука! Где это говно? И никто с тобой, мудаков, сюда не придет. Снайпера тут нет. И копы не сунутся. Ты блин, где? Это же моя территория. Сдохнешь тут один. Где он? Полите этого. Да хватит базарить, блин. Ты лучше скажи, ты где? Нет, тут слезать я не буду, потому что... А, вот они, все пришли. То есть надо было подождать, пока он добазарит. Да как его же хитрый,
Ты не с тем связался, парень. Ты выходи давай, потом посмотрим. Ой-ой-ой-ой. Может, чатимся? Я заберу все твои файлы. Все, что ты сделал, все. Мерло, тот еще отель. Куча богатеньких уродов. Забери пушку обратно свою. Забирай его. В конце концов, кто-то заберет его и у тебя. Секрет уйдет недалеко. Люди готовы умирать ради секретов. Ой, заколебал базарить. Так, мы не договоримся. Ты сам это начал, Пирс. Ну что ж, давай. Сейчас у меня люлей хватит. О, здоровяк пришел. Всё, прям слышу, что здоровяк идет. Ага. Блин, а чё ты не подыхаешь-то, слышь? Вот говно. Чувак, у меня... Не получилось, лоб-лоб. Тебе кранты, котёнок. Котёнок? Лучше бы ты дома сидел. Ты как разговариваешь, ты? Эй, есть кто живой? Твою мать. Идет. Идет, чувак. А, все, готов. О, нифига себе. А почему в первый раз так не получилось? Тихо, там еще кто-то есть. А, так это. И все? Это такой босс? У Ирака было завались компромата, а он не унимался. Гонялся за видео из Мерло. Так и не нашел. Зачем это сделал? В Вайс-Ройс. Все изменится. Придет новый главарь. А Бетбак. У него есть шанс уйти. Смотри, как Бэтмен. Надеюсь, стоит. Мозгов хватит. Классно. Вид был потрясающий. А что, я уже внизу, да? Ну ладно, хорошо. Я думал, мне самому надо будет спускаться, но... Классно, меня телепортнули. Так, ну что? Звоните давайте все. Давайте звоните. Кто там мне сейчас будет звонить? А Джорди где, кстати? Что-то мне ничего не говорит. Не лезь не в свое дело. Без тебя разберусь. А вот это вряд ли. Вместе мы намного сильней. Сам знаешь, нет смысла это отрицать. Признай. Один ты не достал бы данные. Они ведь у тебя? Да, у меня. Верни Ники. Ах ты ж боже. Я же к тому и веду. Короче, тащи мне файлы. И давай без глупостей. Карета подана. Без глупостей. И давай, говорит, без глупостей. Сам глупости натворил. Мне, говорит, без глупостей. Давай. Так, куда мне? Мне сюда. Обратно, что ли? К себе в убежище? Зачем? Толкаются, блин. Ой, осторожно. Тихо, по тормозам. Вот идиот, господи. Все правильно говоришь, чувак, да. Идиот. Лечу, сам не смотрю, блин, куда.
подожди, там же есть быстрое перемещение, наверное, да? Ну-ка, подожди. Да, конечно, блин. Вот и все. Так, я вернулся. Эй, ты видел? Круто. Столько всего, Эйден. Ага. Но нам надо все перебрать и найти имя. Да уж, повезло. Потому что здесь до хрена имен. И за каждым водятся грешки. Алчные копы, богачи, клуб и все благодетели тут же. Ирак хотел шантажировать весь город. Угу. Нас кто-то взламывает. А это тоже с сервера? О, черт! Нас кто-то взламывает! Он все потрет! Отрубите его! Срочно! Что будем делать? Отследи сигнал. Найдем источник, сможем перекрыть доступ. Быстрее! Так, даже так. Ну-ка. Так, надеюсь, не на время. Так, не на время. Хорошо. Но я думаю, что потом будет на время. Пусть все гораздо сложнее. Да подожди ты! А я думал, меня ругает, типа, мол, торопись. Следующий уровень. Без таймера. Ё-моё! Да ё-моё, заклевал вирус. Не заблокировать! А вот там время идет. Причем в двух местах. Подожди, сначала здесь цепь построим. Угу. Угу. Он вывел из строя защиту. Есть. Да твою мать! Не знаю, кто это. Эй! Ну что делать? Хакер от бога по совместительству продажная скотина. Ё-моё. Чёрт, так и знал, в ней брешь! Была! Сложно будет? Так, сразу подготовимся. Что ты сделала? Как он влез-то? Что? Меня обвиняешь? Ну-ка, прекрати! Сейчас не успею. Попробую послать сигнал, выяснить, откуда атака. Фу, блин. Да. Пробился. Неплохо бы узнать. Есть, все, пробился. Делай, что могу. Сколько ж он потёр? Нихера не масочку. Что это было? Ну да. Не давно. Кто это, Клара? Он тебя знает. Жозепа, я не знаю. Включаю. Разыскать их было несложно. Двое. Один хакер, второй устранитель. Насколько я поняла, не встречала их раньше. Я объясню. Я хотела сказать... Ужас. А теперь имена. Им причинят вред. А тебе какая разница? Кажется, я плачу не за лишние вопросы. Дэмиан Брэнкс и Эйден Пирс. Эйден, кто-то влез. Клара. Эйден, он сотрет все нахрен. Надо его остановить. Эйден, ну же! Да не, Клара сейчас по-любому на нашей стороне. По-любому. Это что-то... Старенькая, это что-то, ну, блин, я не верю. Готовьтесь, вырубаю питание! Ну, в смысле, может быть, она сначала хотела. Эйден. А сейчас она на нашей стороне, стопудово. Кто это? Говори же. Знала бы, сказала, клянусь, Эйден. Прости меня. Иди к черту. Да ладно, Эйден, что ты?
Она же нам помогает и поможет еще. О, черт. Можешь засеть? Да. Сделаю. Сукин ты сын, давай. Давай, ну. Давай, чтоб тебя. Куда ты? Нехилый такой у этого ублюдка вирус. Сохранил себе все данные и потер их из наших систем. Четко знал, как нас вырубить. Не перезапустим второй сервер. Дефолта не видать. Нет его, нет файлов. Я пойду. Не-не-не-не. Давай я. Я не против запачкать руки. Знаешь что, Эйден? Дэмиена придется еще немного помариновать. С ним разберусь. Закончу, позвоню. Держись, Амиго. Этот крысеныш только что нарвался. Стучали. Так, где Клара? Что можем прокачать? У нас 11? Подожди. Нет. Так. Так. Здесь все прокачано. Здесь, здесь, здесь. На ХЗ, конечно. Может быть, вождение улучшим? Снижает урон получаемый, тоже неинтересно. Так, ладно. Ускоряет смену оружия, это неинтересно. Ну давай, короче, аккумулятор сделаем себе. Еще один сделаем, вот так. Это поставим. Все. Ну и давай вот такое сделаем. Не знаю, что затеял Дефолт, но из-за этого жизнь Ники под угрозой. Не вовремя он решил меня позлить. Но сначала займусь Дэмианом. А как? Где его найти? Все. Ну где ты? Обещаешь, обещаешь, а потом тишина. Ни звука. В этот раз встреча будет личная. Как старомодно. Есть что-нибудь для меня? Есть. Эйден, ну раз так, место выберу я. Какая разница, ты выберешь, я выберу, все равно мой ботинок достигнет своей цели. Мой ботинок все равно окажется у тебя в заднице. А давай поедем на машине. Да блин, камера. Нет, нажимаю. Санте не жалко. Слушай, а это далеко? Давай вот так вот лучше. О, сразу тачку. Сразу тачку нам дали, хорошо. Известно, что именно он скрывается под маской Чикагского Мстителя. Под маской? Кто же такой Эйден Пирс? Слухи противоречат один другому. Есть информация, что он был женат. Другой источник утверждает, что никогда не был. Одни говорят, что у него есть сестра, другие, что сестра и брат. Проверить большинство версий не представляется возможным. Точно известно, что маленькая девочка Лена Пирс погибла в аварии. По некоторым данным, целью был сам Пирс. Если это действительно так, может, именно эта трагедия толкнула его на путь мести? Нам предстоит выяснить. Будем держать в курсе. Почему они не могут узнать, где он живет, если они знают все его данные? Имя, фамилия, отчество, там, не знаю. Ой, что это я делаю? Подожди. А, вот куда меня. Лицом к лицу. Нет. Ботинок в заднице Дэмиена. Так называется этот квест. А не лицом к лицу.
Либо ботинок к лицу, там, не знаю. Данных у меня нет. Дэмиан поймет это сразу же. Ну, может, это и к лучшему. Он обещал отдать Блюм все, что мы нашли, включая компроматы Рака. Да, он сам загнал себя в угол. Ты не принес файл, и я не привел сестру. Как предсказуемо. Ты спелся с Блюм. Кто тебе сказал? Попал ты. Пойми, сделка без Харда ни в что. Что ты им скажешь, а? Ничего не забыл? Один звонок, и твоя сестричка умрет. Блев. Ну, звони. Блефуешь, козлина? Я почти купился. Подумай сам, Дэми. Выбора у тебя нет. Убьешь Ники, и конец. Думаешь, Блюм, от тебя отстанут? Нет, тебя убьют, поверь мне. Так что сейчас я решаю твою судьбу. Дай поговорить с Ники. И снова мы партнеры, Эйден. Как ни крути. Мы нужны друг другу. Эйден? Ники, как ты? Мне страшно. Скажи, что Джексон цел. Жив-здоров. Ники, мне так... Знаешь что, Эйден, хватит держать меня за лоха. Да, такое есть. В следующий раз придешь без моих файлов, она умрет. Нихера он меня подставил. Нихера он меня подставил. Черт, пора мне сваливать. Вот те раз. Тихо. Так, что такое? Подожди. Тут зона какая-то или что? Что надо сейчас мне делать? Дэмиан взламывает билборды. Вот, фургон WKZ. Нужно его отрубить. Твою мать! А, надо это, не так. А зачем мне журналистов-то убивать? Ты чё? Ты всё усложняешь, Эйден. Сам себе фокус сделал. Да что ты можешь мне сделать? Много чего. Помнишь свои фокусы с CTOS? А, нет, не журналисты, это эти. Я кое-что усвоил. Показать, что я могу. Да, блин, лучшего подарка не пожелаешь. Просит меня помочь ему, и при этом он мне палки в колесо ставит. Зачем тогда он вообще это... Смотри, не попадись, пупчик. Не расстраивай сестренку. Так, ну светофоры, ну где? Всем отрядом. Сканирование запрещено. Не сработало. Ну вот, все, сканирование пошло. О, ты еще стрелять будешь мне? Все, короче, за мной сейчас полиция, молиция, все дела. В общем, жопа пошла полная. Тихо. Погоня за подозреваемым отправлена внедорожником. Тормози! Есть. От вертолета надо избавиться в первую очередь. Ох, ты ж говно. Отправляем внедорожник на поиски подозреваемого.
Надо вырваться из зоны. Пытаемся засечь. Говорит Адам 2-3-1. Мы сделаем еще один. Так, можно, конечно, поплавать немножко. Но что-то мне неохота мочиться. По идее, вот здесь вот сможем сейчас. Осталось чуть-чуть. Все, вырвались. Это Дэвид 725. Объявляем его в розыск. А что он там сидел? Срал, что ли, в кустах? Я не понял. Твою мать. Взял гражданского убил, представляешь? Мне показалось, он сидел в кустах там где-то. Или под кустами его. Он тоже ведь... А, это мотоцикл. Все идет как надо, я ребутнул эту хрень. Так что с бункером все будет окей. Я говорил с Ники. Сестрой? Как она там? Мы ее спасем. Я знаю, как ее найти. Слышал что-то на заднем плане. Довольно глухо. Вроде объявления. Имя или место. Сможешь почистить звук? Разобрать, что говорят? Вообще я не спец в таких штуках. Но скинь, что есть. Что-нибудь придумаю. Ладно, я двигаю в бункер. Нет. Есть еще дело. Не поверишь, что я нашел. Гнездышко дефолта. Вернем то, что он у нас украл. Так, гнездышко дефолта. Будем возвращать то, что он у нас украл. Как нам сказал... как его Тибон? А, вот выезд. Что-то это не выезд, это лестница, ну ладно. Для нас это выезд. Полиции нужен полный доступ ко всей имеющейся информации, чтобы бороться с кибертеррористами из ДЦЭК. От возмездия им не уйти. Это был Донован Рашмар. Мэр предоставил полиции беспрецедентный доступ к данным CTOS, чтобы выследить членов ДЦЭК, арестовать их и конфисковать имущество. О каких именно данных идет речь, не сообщают. Ну, Рашмар, конечно же, во всем этом дерьме замешан. И ему нужно не просто поймать ДЦЭК, ему надо сделать так, чтобы информация о нем не попала. ДЦКом-то, видишь, получается, не получится договориться, потому что это люди с заряженной идеей. Вот, и ни за какие деньги он не сможет у них заткнуть их. Вот, поэтому сейчас он начинает использовать административный ресурс. Все такое. Ну, ДЦК, конечно же, все равно нарушают закон. Теперь надо все вернуть. Он может продать компромат Ирака или выложить в открытый доступ. Если это произойдет, мне конец. Что я тогда предложу Дэмиану? Так, хорошо. Ах, чел, свезло нам. А ты где? Тут веб-камера есть. Попробуй взломать ее. Посмотришь сам. Найдите точку доступа с помощью профайла. Так. Точку доступа. А, вот все нашлось, да? А что такое? В смысле, я не понял, что-то. А, вон, наверху. Да чтоб тебя, действительно. Так, куда? Где? Может быть, вот там вот где-нибудь.
Вот, нашел, блин. Вот же он. Так. Таймера нет, таймера нет. Ну, он может появиться в одном из этих замков. Под этим из этих. Да, короче, под каким-нибудь из этих замков может быть таймер. Поэтому нужно быть аккуратным. Так, сюда. Потом сюда, потом сюда. Открываем. Так, хорошо. Вот. Только посмотри. Он уже здесь. Никогда такого не видел. Я влюблен. Тибон хорош. Мне не рады. Бросай железо, надо выбираться. Черт, прости, детка. И что, сейчас я его буду координировать, что ли? Где же он? О, все, ушел. На него работают устранители. Не знаю, что там за защита, но нас засекли. Шустро примчались. Не рыпайся, я тебя вытащу. Так, и куда мне сейчас? Давай забирай тачку. Блин, тачку нельзя взять. Я, кстати, нашел еще кое-что. Кроме этого прототипа. И где он его взял, блин? Черт, мне бы еще хоть 10 минут. И что это? Что ты там нашел? Дыру. А, ну понял все. Он таскает данные с собой. Ну, в кармане. Перестраховывается. Но это не так умно, как ему кажется. В смысле? Найдем его, получим данные? Он и не прочухает. Хочет обойти Реймонда Кинни? Да он тупо не шарит, с кем связался. Блин. А, мне надо его туда вывести. Как гангстеров в старых фильмах. Не расслабляться. Иди прямо. Ой, сейчас попался, все. Твою мать. А чё я ничего не могу у них не взорвать, не отвлечь, ничего не могу. Так, иду убирать их. А чё я, кстати, здесь сижу? Да, можно же было просто выйти сюда и все взять. Гаси. Твою мать. Шустро примчались. Не рыпайся, я тебя вытащу. Так, я, кстати, нашел еще кое-что. Кроме этого прототипа. И где он его взял, блин? Черт, мне бы еще хоть 10 минут. И что это? Что ты там нашел? Дыру. Лазейку я там нашел. Он таскает данные с собой. Ну, в кармане. Перестраховывается. Но это не так умно, как ему кажется. В смысле? Найдем его, получим данные? Он и не прочухает. Хочет обойти Реймонда Кинни. Да он тупо не шарит, с кем связался. Блин, того не достать сюда. Ладно. Ну даешь. Так. Глядеть в оба. Ага. Боже, мне срочно надо выпить. Давай, иди уже проверяй. Быть начеку. Есть.
кто живой, отзовись! Все, не успел. Не успел, не успел он. Все, Тибончик, мы с тобой, короче, это... Практически выбрались. Да, блин? Ну что, как? Почти все, почти все. Сейчас чуть еще жди. Только копов не звать, поняли? Позвоню, как оторвусь. Пулю не схвати. Все. Все, Димон, выходи, чё ты? Никого здесь нет. Да, вот что забыл сказать. Пока торчал на ряды Фолта, просил, что он тоже шарахается по CTOS. Где-то нарыл доступ. Короче, это явно наш клиент. Чё такое? Включит. Что там, 8? Чё это? Чёрт! Уже идем! Он выпустил каких-то гончих, короче, на меня. Твою мать. А на чем я уеду отсюда тогда? Бежать надо? Чёрт, кривопушка! Да как? Так. А, я теперь здесь появился. Хорошо. Сейчас я смогу взять все машины. Да, вот что забыл сказать. Пока торчал на ряды Фолта, просек, что он тоже шарахается по CTOS. Где-то нарыл доступ. Короче, это явно наш клиент. Все, сейчас будет за мной охота, но я уже на колесах, это уже хорошо. Черт! А вот и мы! Да ладно, что вы? Влезьте в него! О, они так умеют делать, что ли? Нихера себе. А, это им хакер помогает, по-любому. Это. А я не могу, понял, воспользоваться этими штуками. Видишь, у меня блок стоит. Давай живо, за ним! Надо просто как-то угадать от него. Мы прикроем! Давай! Гоним, короче. О, блин! Я думал, сломаю сейчас. Проскочу. Тихо. Зараним его! Мы пришли. Кому помочь? Я вообще смогу это подать, нет? Твою мать. Гражданских не сбил? А, черт! Ну не сейчас! Давай, железка! Давай. Господи, где он? Ай-яй-яй! Он рядом, ищем! А, блин. Во-во-во, сейчас выйдем. Сейчас выйдем. Нет. Выезжай, как выезжай. Ему есть, удалось от нас скрыться? Оторвался. Отлично. Встретимся скоро. Ладно, встретимся. Посмотрим, кто ты такой вообще. Лол-лол-лол. Лол-лол-лол пишет мне. Что-нибудь от Dot Connection. В Чикаго каждый о нем слышал. Но раз ты в курсе, чем бы это ни было, Дефолт тусуется там. Что-нибудь еще? 6 гигов отборного лесбийского порно. Поделиться. Не сейчас.
Все, больше никто не позвонит. Ну что, друзья, да, надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч.